Памятник архитектуры Вознесенский монастырь, православный мужской монастырь, который был расположен в Иркутске. История. В 1672 году старец Герасим, прибывший в Восточную Сибирь с дружиной русских, основавших город Иркутск, с благословения сибирского митрополита Корнилия положил основание Вознесенской пустыни, впоследствии преобразованной в Иркутске Вознесенский монастырь. В 5 верстах от Иркутска вниз по реке Ангара, на левом ее берегу он соорудил деревянный церковь во имя Вознесения Господня с пределом от Дегитрии, сделал деревянную ограду и построил кельи для братьев. 20 января 1676 года старец приставился и был погребен в монастырской ограде в деревянном гробу-колоде. В 1802 году при копании рва для стены гроб его был обретен нетленным, найден был и надгробный камень. В том же году над могилой строителей монастыря сооружена была двухэтажная часовня, именуемая башня Герасима. А в 1840 году в подполье над гробом сделан каменный склеп. В часовне хранятся портрет старца Герасима, его посох и аналой, вышина которого показывает, что старец был высокого роста. В 1933 году все церковные здания, за исключением Успенской церкви, были снесены, сохранились следующие строения. Успенская церковь с трапезной, два каменных братских корпуса, школа с братской кухней, каменно-деревянные службы, кухня, резница, гостиница.